Опа. Вот такая вот плотва. Первая поклевочка. Слетай давай. Я сегодня с поплавочной удочкой выбрался на Припять половить плотву. Закормился. Вот у меня вот корм. Это значит кукурузная каша. Ну, кукурузная крупа, такая молотая кукурузная крупа, ячневая крупа и покупная прикормка с чесночным ароматом. Все вперемешку. Ну, долго не было поклевки. Ну вот, вроде подошла плотва. Ловлю на манку, на болтушку. Сейчас пока плотва еще не ушла, еще кидану корма одну галушечку и буду дальше ловить. Есть плотвичка какая-то. О-о-о. Какая-то побитая жизнью. Покусанная. Свеженько покусанная. Хорошая плотвичка. Саможарочная. Еще одна красотка. Хорошая. Боевая плотва, так приятно ее ловить. Красотка. Показывай рыбу, хвастайся. Макс, показывай рыбу. Думаю, надо взять у тебя червяков. Да заки.
Да нет, ну... О, это ты здорового этого словил? Нет? А какого ты словил? Ты не знаешь? Ну, Ни одного плотва упа. поклевывает. Да. Ну, сейчас Нормально. получше стало. Получше. Сходил к Димону, взял червяков, закинул вторую удочку на червяка. Может, словится какой окушок. Я словил на манку окушка, но камера была выключена. Такой неплохой. Да, думаю, возьму на червяка, заброшу. Что она будет лежать? О! Клевка червяка. Плотва, нифига себе. Плотва. А, я думал, это будет окунь. Небольшая плоточка. Но все же плоточка. Иди сюда. Так аккуратненько клевал. Вот крючки использую, 12 номер. Какие? Умитаго Хокс. Вот недавно только попробовал, вчера купил. Отличные крючки, стоят в 2,5, наверное, раза дешевле, чем овнеры. А работают не хуже. Сходов сегодня не было пока что. Отличные крючки. Ну, если кто-то ищет замену овнером, попробуйте. Вполне годная. Ямба. Ну, такая стандартная плотва. Ну, это может чуть поменьше, чем обычно. Червяков отдам рыбам. Так, ну что, посмотрим, что я там словил. На жареху плотвы наловил. Нормальный. Весь в манке, значит, рыбалка удалась. Ну, плотва, в принципе, клевала сегодня зачетная, но не сказать, что клевала так прям, что одна за одной. Были промежутки, и минут 15 даже было без поклевки. Ну, в итоге нормально, наловил на жареху. Вполне я рыбалкой доволен. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал рыбалки, охоты. Будем видеться.